Маршрут H6 – один из основных маршрутов международной азиатской сети, связывающей Восточную Европу с Кореей. Длина – 10 475 километров. Проходит по территориям России, Казахстана, Китая, Северной и Южной Кореи. Начинается у границы с Белоруссией. Далее Москва, Самара, Уфа, Челябинск, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Забайкальск, Харбин, Уссурийск, Пусан. Маршрут Россия М1. Беларусь, Красная Горка, Москва, М5, Урал, Москва, Челябинск, Р-254, Иртыш, Челябинск, Новосибирск, Казахстан, М-51, Чистая, Петропавловск, Карака, Г, Россия, Р-255, Сибирь, Новосибирск, Иркутск, Р-258, Байкал, Иркутск, Чита, А-350, Чита, Забайкальск, Китай, Маньчжурия, Цицикар, Харбин, Суйфэньхэ, Россия, 184, пограничный, Уссурийск, ответвление А-370, 370 Уссури, Уссурийск, угловой, Владивосток, ответвление А188, угловой, находка А189, Уссурийск, Хасан, КНДР, решетка 7, Насон, Вансан, Южная Корея, H7, Кансон, Каннын, H65, Тонхэ, Каннын, Тонхэ, H7, Тонхэ, Пхахан, Пхахан, Кёнджу, H1, Кёнджу, Кёнджу, Пусан.